Камсу, а правда, что первый чеченский космонавт — это Ахмад Хаджи Кадыров? Так, насчет космонавта я согласен. Ты Янгулбаевым напомнить забыл про розу ФСБшню, которая не существует. Так, кстати, спасибо тебе, что ты напомнил. Действительно, важная информация. Сколько уже? 4, да, недели прошло, 4 воскресенья. До сих пор, по версии этих судинных детей, получается, у нас в Германии ФСБшница, кадровый офицер ФСБ, живет с моей матерью, с моим братом. Мой брат занимается ее вопросами, и до сих пор ничего по этому поводу не сделано. Когда будет информация, судьи, дети, когда вы либо признаете, что вы просто оболгали, просто несуществующую вообще какую-то женщину, несуществующую информацию выдали, либо предъявите, что есть, вот действительно, была арестована, может быть, выдворена, или что, или получила убежище, или что-то, надо же про эту женщину, надо как-то своим подписчикам это продолжение этой истории дать. سأزيل سدودا